В общем, у нас на очереди замена вот таких вот трансформаторов тока. Это трансформаторы тока ТПШД 4000 на 5. Вот такие вот большие мощности, шины, разъединитель, трансформаторы тока, и дальше уходит уже на секцию. Ой, на выключатель. В общем, вот такие вот красавцы. Такие вот красавцы. Ну все, в принципе, эти экземпляры уже можно смело отдавать в музей, в работу. Они у нас навряд ли уже пойдут. Это электроаппаратный завод ленинградский, 56 или 58 год. Трансформатор тока ТПШФА 4000 на 5. Это обмотка измерения класс 0,5. Это обмотка вторая, обмотка защиты класс, не могу рассмотреть, класс D. Вот он такой трансформатор тока, вот такой большой. Кстати, он достаточно легкий, на вид кажется такой тяжелый. В общем, здесь два изолятор, здесь обозначение L1, здесь обозначение L2. Ну, это две обмотки, измерение обмотка, как я уже говорил, и обмотка для защиты. А на их место, как вы видите, уже были установлены трансформаторы тока ТЛШ-10. Вот у нас ТЛШ-10, 4000 на 5. Это были заказные пластины, сделаны, то есть это вот старые крепления, вот эти вот, это у нас были установлены старые трансформаторы тока. А здесь были заказаны специальные переходные пластины, куда уже вставлялись новые ТЛШ. Ну, они у нас, кстати, с шунтом. Вон он, винт шунтовой. Я потом буду делать перемычки вот сюда вот на шину. Тоже две обмотки, только наоборот размещены. Там измеренческая справа, а здесь измерение обмотка находится слева. Ну, 0,5S класс, естественно, и 10R. Ну, там идут шины. Шины в 4 пакета. И такие вот мощные. Мощные такие вот разъединители. Так, здесь приходят кабели, я сейчас как раз расключаю цепи измерения на счетчики, на приборы, и также обмотку защиты. Здесь у нас подключена DIP-защита. Заземляющие ножи. Это снятые трансформаторы тока
ТПШЛ 10 сводов. Вот L1 у нас, это L2, это две вторичные обмотки. Здесь такие вот.